Ну, для любого профессионала профессиональный праздник – это хорошее, доброе мероприятие. И для меня, и для подчиненного личного состава. Надо сказать, что за прошедший год сделано немало. Вот. В чем-то мы, так сказать, превысили свои показатели, где-то мы немножко не добрали, где-то ошиблись. Вот. Ну, а в целом, где-то, если вот так вот кратенько говорить, то мы в первой пятерке по итогам прошлого года находимся. Ну, теперь думаем о том, как нам выполнить те обязательства, которые мы взяли на себя. Вернее, не думаем, а мы уже делаем это. Самый главный, наверное, момент здесь – любой день, любая ночь – она Божий день. Поэтому и самый еще момент, который немаловажную роль играет, где руководители работают с верой в душе, то религиозные работники всегда с ними. То есть я имею в виду нашего нами уважаемого генерал-лейтенанта Виктора Васильевича Шалыгина. Если бы не было веры в душе у генерала, я думаю, что, может быть, сегодняшний день проходил бы, праздник проходил бы без нас, без присутствия священнослужителей.